Есть родственники, которые воевали на войне, к сожалению, уже погибли. Но фотография дедушки, который 7 раз бежал из концлагеря, к сожалению, не осталась. Но мы с честью поминаем и благодарим всей нашей большой семьей его. А как называли дедушку? Петр. А имя, фамилия? Милешин. А что бы вы могли пожелать ульяновцам на предстоящий праздник 9 мая? Пожелать прежде всего мира нам всем над головой, крепкого здоровья и удачи во всем.